Британский турист поплатился за любопытство. Пол Тернер попытался запечатлеть на камеру взлетающий самолет, и воздушный поток сбил англичанина с ног. Инцидент произошел в аэропорту на греческом острове Скиатос. Сам англичанин воспринял ситуацию с юмором и отметил, что в следующий раз, наверное, выберет другую точку для съемок. Но это не точно.